Привет, мои любимые. В этом выпуске я покажу баг с копиями Эмбер Спирита. Допустим, такая ситуация. Враг пикнул Эмбер Спирита. Мы пикаем Рубика. Довольно хороший универсальный герой. Он, в принципе, может не только воровать способности у Эмбер Спирита, но и у других героев. Поэтому вы не прогадаете. Далее. Когда наш враг Эмбер Спирит использует свой ультимейт и расставляет свои копии, мы должны его своровать. Все, своровали ультимейт Эмбер Спирита. И идем ставить его уже свои копии. То есть используем это украденный ультимейт. Поставили копию, например, сюда поставили. Ну и куда-нибудь вот сюда вот давайте поставим. Опа. Далее, пока у нас не прошло время действия копий, нам нужно украсть любую способность, без разницы какую. Например, вот у Свена. Теперь смотрите, когда закончится время действия копий, мы увидим баг. Ждем. Так, все. Смотрим на первую копию. Опс! А, первая у нас здесь была. Ну ладно, это была вторая, значит. Да. И третье. Опс. В результате мы видим, копия исчезает, но на ее месте появляется юнит. Юнит, который дает нам обзор. Давайте мы его выделим. Вот мы видим название юнита, то есть это баг, это недоработка. В результате мы получаем халявный вард. Мы можем расставить свои копии до 3 штук в любые места и получаем бесплатный вижен. Единственный минус, что враг может уничтожить этого юнита. То есть он просто увидит полоску здоровья и будет ее атаковать. Поэтому можно где-нибудь прятать его в кустах. Также с помощью этого бага можно блочить спавны крипов. Почему бы и нет? То есть раскидывайте в лесу свои копии, появляется юнит и там остается на всю игру. Так что используйте, это довольно забавный баг. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.